Значит, как я считала директиву, разъясняю. Значит, значит, я здесь стояла, это очень просто делать. У вас нервы не выдерживают. У вас слабые нервы. Я вам не советую использовать наркотики, алкоголь. Вы знаете, ложиться поздно спать, все это вредно для здоровья. После этого ваш криминал и ваши женщины исламские вас дают, и повторю, за что мы закрыли аккаунт. Потому что ваши женщины и дети сдают крупные вооруженные силы, вы можете проиграть войну. С этого начался базар. Так вот, у вас задача была такая. Вот. Вы меня ждали в кустиках, когда я делаю свой ворм-даун. Понятно? Вымогая из меня камеру. Я интуитивно осталась здесь, проверяя замороженность тела. Вы не верили, что пришли сюда контролировать со своими больными, блядь, наемными криминальными элементами. Понимаете, гребут бабки на мне. Хватит на мне зарабатывать. Я тоже хочу зарабатывать. Понятно? Я беру $100 за каждое видео. Все понятно, да?